И всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox Simulator Pizza. И это у нас новенький режим, в котором мы, как ни странно, должны собирать с вами пиццу. Итак, погнали, собираем два кусочка, два, целую пиццу собираем, и рюкзак уже забит. Да, ребят, у нас рюкзак маленький, хотя можно, в принципе, купить немножко побольше. Здесь у нас магазин. Так, рюкзачочек за 90 коинов на 40 вместимости. Окей, отлично, погнали, собираем. Так, у нас, получается, нету здесь никаких оружия, инструментов, только рюкзак и только пицца. Только хардкор, ребята, скажем так. Так, собираем 32, 36, еще кусочек, идем продавать. Так, одна пицца, ага, одна пицца дает 2 коина. Окей, получается, 40 пицц мы с вами продаем за 80 монеточек или кэша. Эй, Марио, это моя пицца была. Ты что ее забрал, ребята, видели? Видели, какой шустрый жук забрал у меня пиццу? Так, у нас, получается, есть локации за 5000 коинов, 1500 и 150. Получается, за 150 я, в принципе-то, могу уже попасть, ребят. Давайте продадим. Так, у нас давайте... Не-не-не-не-не, стоп. Давайте посмотрим донатик. 1000, 5000, 50 тысяч, реберс коины, лаки. О, мне интересно. Х2 коины, Х2 пицца, Х2 скорость, Х2 вместимость, Х2 реберт коины какие-то, Х10 реберт коины. Чего? 5000 робоксов, с ума сошли. Так, открыть все арены, 3000 робоксов, випочка у нас 600, лаки 300, 20 тысяч робоксов, вы чего, с ума сошли? И инфинити за 800. Ясно, понятно. Ладненько, пока не интересно, погнали, откроем с вами локацию за 150. Посмотрим, что интересно у нас там будет. Так, я потрачу денежки. Так, потратил денежки, могу за... Какая здесь пицца, смотрите, вкусненько. По 20 кусков. И что, я должен все это возвращаться продавать постоянно? Я понял. Так, давайте, что мы сделаем? Давайте немножечко закинем денежек. Вот примерно вот хотя бы вот так. Вы поставите лайки, я потрачу немножко робоксов. Так, я потому что хочу купить себе немножко побольше рюкзак. Ну, к примеру, давайте... Во! За 4000. На 1000 вместимости. Все, теперь изи. Теперь будет изи. Так, у меня 46... А, я купил 100 тысяч. Стоп, сколько я купил денег только что? Я что-то не понял. А, я 50 тысяч купил. Зачем я купил такой маленький рюкзак? Эй, друзья, зачем я такой маленький купил? Я мог купить... Во! За 40 тысяч я купил. За 40 косарей уже нормально. И мы сразу с вами пойдем в локацию за 5000. За 1500 мы сходим потом, откроем ее немножко позже. Пойдем сразу за пятихаточку. За пятихаточку открывать локацию, посмотрим, что здесь за пицца у нас. Так, открываем, потратили все деньги. Так, здесь у нас, походу, была какая-то атомная война, потому что куча всякие дряни валяется, бочки. Здесь был какой-то жуткий переполох. Так, пиццы по 150, по соточке. У нас здесь 600 тысяч надо открыть эту локацию. Так, походу, это, ребята, последняя локация. Здесь пиццы по 5000. Кстати, пиццы не отличаются ничем от первой из локаций. Они, в принципе, такие же, только больше дает вместимость. Окей, мы 1500 собрали. Давайте забьем рюкзак на 10 тысяч. Продадим и, получается, получим с вами 20 тысяч взамен. Неплохо, неплохо. Кстати, откроем другие локации, пройдемся, посмотрим, что там есть. Может быть, найдем что-то интересное. Интересно, есть ли здесь у нас питомцы? Давайте чатик закроем, а то прибудут сейчас мои подписчики, начнут писать там. Не всегда хорошие начинают писать. Так, собираем 175, 150. Так, тихо. 150. 3600, ребята, забили. Смотрите, кстати, здесь кто-то уже бегает. То есть я здесь не топ-1. Нет, я здесь явно не топ-1. Ну ладно, сейчас будем топ-1. Мы сейчас с вами соберем всю пиццу. Так, у меня рюкзак на 10 тысяч. А сколько у девахи вот этот стоять? Нет, у нее маленький, потому что она уже побежала продавать. Собрала буквально пару пицц и уже мотанула отсюда. И уже вернулась, ничего себе. Так, собираем. Здесь какая-то куча металла ржавого. Кто разбросал пиццу в таком месте? Интересно мне знать. Так, 5900 мы с вами насобирали. У меня никаких двойных бонусов здесь нет, так что я продам точно так же, как и раньше. То есть 40 пиц я продал за 80 коинов, а 10 тысяч я продам за 20 тысяч коинов. В принципе, все логично. Собираем с вами дальше пицку еще по 150. Нужно именно искать по 150, потому что она самая, походу, вкусненькая. Нет, выглядит пицка, смотрите, какая. Прям такие съел бы. Конечно, если бы она была не грязная. Так, что это кусочек? Так, из чего она пицца это у нас состоит? Так, помидорчик, огурчик. А, грибочки, какие-то маленькие кусочки. Возможно, это даже мясо. Здесь у нас пепперони. Это чисто пепперони, ребята, пицца. Это у нас тоже пепперони, что ли? Да, ребята, это тоже пепперони, только походу с охотничьих колбасок. Потому что там маленькие колбаски. Так, что-то я отвлекся на пиццу, ребята. Нужно ее собирать, а не рассматривать. 9000 забил. 150, 75, 75. Еще соточку. Так, ребята, почти забили, буквально пару пиццек собрать еще. Хорош. Игра, кстати, немножко темновата. Хотел бы, чтобы ее сделали посветлее. Так, 20 тысяч я получил. Погнали, посмотрим другие локации. Нужно же разведать всю игру. Всю игру нужно разведать или как? Так, здесь у нас локация была за 150. Из нее можно попасть
в 20-тысячную локацию? Серьезно? Кстати, я там не был. Нет, давайте сходим с вами вот эту локацию за 1500 вскроем. Посмотрим, что у нас здесь. И, возможно, здесь еще круче есть локация из этой локации. Так, за 100 тысяч коинов, я понял. Вижу за 100 тысяч коинов. Но меня пока интересует локация за 20 тысяч коинов. За 600 тысяч мы попасть, увы, пока что точно не сможем. А вот, так, 309. Так, мне хватает, в принципе, на 20 тысяч. Я побежал продавать. Я побегу сейчас, продам эту пиццу. Пойдем откроем локацию за 20 косарей и туда уже сходим с вами. Так, топ-плеер реберст. Так, окей, давайте посмотрим, что здесь за топ-плееры у нас. И 49 реберстов. Слушай, Мадгамердинал какой-то. Слушай, ты сумасшедший какой-то. Так, здесь у нас топ-1 4000 пиццы собрал. Мне кажется, что я собрал уже больше, чем он. А, кстати, у меня есть уже 5 реберст коинов. Нифига себе, я богат, ребят, видали? Так, я съел 177 пицц, хорошо. А получается, любая пицца считается всего лишь за одну. Я-то думал, что... Тюх! А за одну пиццу любая считается. 2 миллиона коинов там видали. Ребята, видали? Там 2 миллиона коинов. Получается, эта локация была не топовая. Так, здесь у нас пиццы по 350, по 500. Вот это хорош, ребята. Вот это мы с вами дошли. Так, локация за 2 миллиона. Интересно, это ласт локация или нет? Так, там у нас какие-то поняшки и какая-то пирамида детская. Ладно, получается, по идее, за 2 миллиона последняя локация. Но, опять же, это не точно, потому что есть локация за 100 косарей. Возможно, там дальше что-то интересное. Кстати, надо будет пойти посмотреть потом. Так, давайте забьем рюкзак. Кстати, здесь забивается намного быстрее, потому что, ну, видите, здесь пицка-то по 500, по 350. А мы собирали по 100, по 150. Теперь мы соберем это в 5 раз быстрее. Тихонечко. И, в принципе, мы рюкзак уже забили. Погнали продавать. Продали, получили свои 20 тысяч. Мне, получается, нужно забить рюкзак 5 раз, чтобы открыть себе локацию за 100 косарей. В принципе, не так уж и много. То есть 5 раз сгонять, собрать себе 50 тысяч пиццы, вернее, 50 тысяч кэша, и потом все это выручить, денежки, получить себе приз. Новую локацию за 100 косарей. Так, интересно, здесь нет никаких питомцев. Кстати, в названии игры написано было, только я не понял, есть ли здесь питомцы, или все-таки это типа будет в будущем, в следующем обновлении. Хотелось бы питомцев. Я во всех играх хочу питомцев, потому что питомцы — это няшка, питомцы — это круто, ребята. Кто согласен, ставьте лайк. И вообще нужно поставить сейчас лайк, подписаться на канал, жмякнуть на колокольчик, ребята, и написать свой комментарий. Так, кто любит пиццу? Кто любит пиццу, а? Напишите в комментах, кто любит у нас пиццу? Мне интересно знать, кто любит пиццу. Я не знаю таких людей на планете, кто не любит пиццу, потому что все мои знакомые, и я, естественно, тоже обожаю пиццу. Вообще, без пиццы это... Не знаю, как жить без пиццы. Нет, на самом деле, знаю, как жить без пиццы, но, блин, она реально классная. Так, в общем, пишите. Так, а мы с вами погнали дальше собирать. Два раза мы собрали с вами по 20 тысяч. Я все делаю, скажем так, в прямом эфире. Открываем с вами все локации. Все не откроем, конечно, за 100 тысяч откроем сегодня максимум. Погнали собирать пиццу дальше. Так, 500, дальше 250. Так, какая-то у нас... Почему здесь все такое ржавое? Вышка ржавая, какие-то пальмы несуразные, такие тоже старенькие, бедненькие. Хотя нет, слушайте, на них кокосы висят, ребята. На пальмах висят кокосы, и это хорошо, ребят. Но пицца и кокосы — это несовместимо, мне кажется. Так, 4700. Собираем. Уже после этого заходят у нас... Сколько будет у нас? 60 тысяч. Останется получить всего-то навсего еще 40 тысяч. Так, пицца. Она быстро так регенится, кстати. Я могу собирать, в принципе, возвращаться и опять собирать. Так, сел. Возвращаемся обратно. 60 тысяч уже есть. Божечки, как это долго. Может, просто закинуть денег себе, да и все, 50 тысяч, 100 робоксов. Нет, я насобираю. Вот я возьму, ребята, и насобираю. Вот сейчас я своим честным трудом возьму и насобираю. Без доната. Хотя я уже задонатил, но это не важно. Продолжаем собирать дальше. Собираем дальше. Здесь у нас 250, 500. Боже, как... Кстати, я не знаю... Есть ли смысл в этой игре, на самом деле, кроме того, как собирать пиццу? Нужна обновочка и что-то еще интересное. Хотя, знаете, я, может быть, чего-то не знаю, я еще не открыл все локации, может быть, там реально интересно будет. Но хотя реально интерес к игре есть, потому что, знаете, нужно такой спортивный интерес, ты должен открыть все локации, собрать всю пиццу. Вот в этом интерес, в принципе, симулятора. Ты должен как бы дойти до конца. А обычно в многих симуляторах конец не так уж и близок, потому что добавляются какие-то прокачки, какие-то еще всякие штуки. И, кстати, мы пока болтали с вами, я набрал уже 80 тысяч кэша. И это значит то, что мы с вами сейчас соберем еще немножечко кэша. И уже после этого пойдем открывать локацию за 100 косарей. Так, пробегаем. Можно, конечно, забирать здесь, но это бесполезно. 20 пиццы мне уже роли не сыграют, потому что здесь по 500. Так, кстати, я теперь топ-1. Нет, я не топ-1, у кого-то 10 тысяч... В смысле?
А, кто-то собрал 600 пиц. Здесь... А, получается, здесь по пиццам считается. То есть не по деньгам, не по реберстам, ни по чем, просто по пиццам. Окей, я собрал всего лишь 319 пиц за сегодня. Сейчас мы еще с вами соберем пол рюкзака, в принципе, забито. Так, давайте 350. Кстати, если здесь взять двойную скорость, будет намного быстрее сбор. Это реально прикольно было бы. Так, 500, 350. Ребят, почти забили. Почти забили, это означает, что мы пойдем сейчас открывать локацию за 100 косарей. Собирайся, пицца, ты елки-палки. Так, 9000, все, 10. 100 тысяч у нас есть, погнали, вскроем локацию за 100 тысяч. В общем, как я вам и обещал. Посмотрим, что у нас там интересненького, насколько крутая там будет пицца. И сколько она будет нам денежек давать. Так, вот локация за 100 тысяч. Как раз таки посмотрим, есть ли что-то круче, чем локация за 2 миллиона. Так, справа здесь у нас локации нет. Здесь у нас получается мороженка. Вот это красивая, вот это красивая локация. Ну, кстати, мне кажется, игре не хватает каких-то красок. У-у-у, здесь НЛОшка. Так, открываем за 100 тысяч. Да, ребята, та локация у нас была... Ух ты! НЛОшка. А можно тебя собрать, нет? Нет, нельзя собрать. Можно на него, по идее, залезть. Вот, хорош. Здесь пицца по 1500, по 750. НЛОшка мне не забирает, и хорошо. Здесь, конечно, фармится намного круче, чем в той локации, потому что пицца здесь больше, и кусочки-то покрупнее будут. Все, забиваем. Ну, думаю, что на этом мы серию закончим. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А с вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр, и всем покедова!